Сегодня я просто, чтобы отметиться. У меня был длинный рабочий день. Я начал смотреть фильм. Какой фильм? Я купил чипсы дешевые и начал смотреть фильм, который называется «Голос монстра». Там очень много. Сейчас, может, в жизни что-нибудь произошло? Нет, что-то как-то. Но сегодня я просто был прямо длинный рабочий день, прямо длинный. Всякая там борьба за классы. Мне приходится все это вспоминать, как здесь выживать. И какой кошмар. Нет, на самом деле очень даже хорошо. Но в этом фильме, как он называется, только что говорил, голос монстра. Голос монстра. Мне понравилась такая мысль, что просто портить что-нибудь у себя дома — это инфантилизм. Там сначала говорят, что вот, может быть, не так уж и инфантильно все, а все очень инфантильно.